And the wind is where it begins, then it moves to the bones. Всем доброго дня, и сегодня мы будем вязать поденку с использованием CDC пера. Вязать мы будем на крючке Тимка 900BL 12 номера. Устанавливаем крючок губки тисков. Монтажную нить мы будем использовать Unitrico 17.0. Сейчас вам продемонстрирую. И приступим. Фиксируем монтажную нить. И формируем подложку. Излишки отрезаем. Доводим монтажную нить до начала загиба. И в этой точке будем устанавливать хвостик нашей мушки. Хвостик будет выполняться из меха оленя. Вот мне подсуетил товарищ. Вот такой вот мех. Не тот самый, который трубчатый, идет с холки, а это откуда-то с района ноги. Ворсинки более жесткие. Ближе к кончикам такие становятся бесцветные. Но если нет такого материала, ничего страшного, абсолютно можно использовать любой синтетический материал. Я в предыдущих видео уже показывал мушку с использованием данного материала. Поэтому сегодня мы свяжем вот с таким смехом лося. Отберем 3 остинки. Итак, отрезали мы 3 остинки такие. Сейчас их стоит выровнять по одной длине. Для этого я воспользуюсь пинцетом, удобнее. Вот таким вот образом. Прикладываем к цевью, отмеряем длину. Длина у нас будет равняться примерно равна длине, ну, где-то примерно длине крючка. Даже не цевья, а крючка. Перехватываем другую точку. Подносим к точке крепления и делаем пару фиксирующих оборотов. Теперь поправляем материал так, чтобы он лежал по оси цевья. Таким вот образом. Чуть-чуть можно даже поправить, расправить. Ну, нас устраивает. Ровно по оси цевья, сверху цевья. И далее мы не отрезаем вот эти вот остатки, а аккуратно проматываем, чтобы наше тело было однородное по форме. Проматываем по направлению к колечку. И периодически поправляем, потому что нить у нас стремится провернуть мех. Также периодически нужно раскручивать монтажную нить до плоского состояния. Вот примерно, не доходя миллиметра 2, мы остатки можем уже подрезать. И
Сейчас поправим хвост. Немного его расправим. Вот такой вот замечательный хвостик. Тело мушки будет выполняться из меха лося. Вот такой вот мех, загривка. Отрезаем вот одну такую ворсинку и фиксируем на цевье. Точно так же аккуратно проматывая. Стараясь виток-витку на стенку до начала крепления хвостика. Вот таким вот образом. Стараемся делать аккуратно, не порвать монтажную нить у жала крючка. Потому что нить у нас нежная и может оборваться. Нам это не надо. Все, довели материал до точки крепления хвостика. И также виточек к виточку возвращаем монтажную нить по направлению к колечку. Можно сделать немного утолщения тела мушки. Также виток к виточку вернуть на середину примерно тела. Промотать также обратно. И еще чуть-чуть вперед и также чуть-чуть назад. Думаю, этого будет достаточно. Бобинодержатель отведем в сторону и приступим к формированию тела мушки. Берем нашу ворсинку и начинаем проматывать вокруг цевья. У кого нет системы TrueRotary, то делает просто руками. У кого есть система TrueRotary, тому повезло больше, так сказать. Это упрощает намного вам работу. И укладывая виток к виточку, формируем тело мушки. Стараемся сильно не натягивать его. Материал хрупкий. Может в любой момент оборваться, обломаться. И нам придется заново повторять операцию. Отматывать всю монтажную нить обратно. И закреплять новую ворсинку. Итак, мы дошли до конца нашего тела. Перехватываем монтажной нитью мех. Вот, соскочил буквально аккуратно здесь. Давайте придержим, вернемся немного назад.
Так, и закрепляем. Один, два, три, четыре. Ну, думаю, так уже уверенно будет держаться. Излишки можем оторвать. Итак, тело мушки, в принципе, готово. Нам остается с вами покрыть тело мушки лаком, который твердеет под воздействием ультрафиолета. Берем лак и наносим на тело мушки. Толстый слой не надо, чуть-чуть, чтобы просто покрыть это все. Вот таким вот образом. Берем наш фонарик и воздействуем на него ультрафиолетом на тело. Так, тело мушки у нас готово. Отводим монтажную нить немного назад. Здесь мы сейчас будем фиксировать будущее крыло мушки. Крыло будет выполняться из CDC перьев. В данном случае взял оливковый цвет, но вы можете экспериментировать с цветами. Берем 4 CDC пера. Складываем вместе 4 пера таким вот образом. Поправляем бородки пера немного вперед. Обратите внимание, изгиб у нас находится к цевью. Естественный изгиб пера. Делаем пару оборотов. И придерживая пальцами, протягиваем CDC перо через нашу образовавшуюся петлю. Немного не получилось. Сейчас поправим перья. Повторим операцию. Два фиксирующих. И вытягиваем перья. Длину оставляем примерно равную длине тела. И делаем еще несколько закрепительных оборотов. Перышки лежат по оси цевья. Переднюю часть теперь мы приподнимем. Сделаем несколько оборотов под переднюю часть монтажной нитью. Также приподнимем заднюю часть и немного вот так вот соберем перья вместе. Таким вот образом. Для формирования торакса и ножек нам понадобится также CDC перо, но здесь я беру уже темно-серое. Сейчас мы его подготовим. Также мы подготовим монтажную нить, а точнее мы раздвоим монтажную нить для того, чтобы получить дайвинговую петлю.
таким вот образом. Разделяем монтажную нить. Сейчас подготовим перо. Перо подготавливается в специальных клипсах Magic Tools. Итак, у нас есть подготовленное перо уже в клипсе, бородки пера. Мы берем нашу даббинговую петлю и помещаем туда бородки пера, бородки CDC пера, вот таким вот образом. Также немного можем это все поправить. И начинаем закручивать нашу монтажную нить. Монтажную нить я кручу по часовой стрелке. Прокручиваю. И затем начинаю уже пальцами скручивать нашу нить. Получилась вот такая вот конструкция. И начинаем формировать торакс мушки и собирать крыло вместе. Вот таким вот образом. Берем наш узловяз и делаем финишный узел. Монтажную нить можно теперь отрезать. Возьмем нашу даббинговую иглу и поправим замятые, подмятые монтажной нитью бородки CDC пера. Расправим их. Вот таким вот образом. Далее мы берем ножнички, все перья поправляем наверх таким вот образом, зажимаем указательным и большим пальцем, вот примерно. Примерно вот так. Берем ножнички и под углом отрезаем. Получается у нас вот такое вот крыло. Длинные бородки можно немного оторвать, поправить. Район торакса здесь мы расправим. В районе торакса мы тоже все это сделаем, ровную площадку подрежем. Таким вот образом.
И у нас остаются такие торчащие лапки. Их мы просто поправляем вперед. Площадка под тораксом у нас есть. Лапки, крыло. Поправим хвостик, так как нам это нужно. Материал хороший, гнется, послушный. Вот таким вот образом приподнимем хвостик немного вверх. Готова наша мушка, поденочка, CDC крылом, готова.